Что я хотел по поводу этого же, что я обнаружил? Саму нагрузки вот здесь особой нету. Потому как он меня перекосился. Получилось так, что эта шестерня не попадала на свои зубья. Поэтому какую часть надо первую закрывать, ту или эту, каждый выбирает сам для себя. Можно и так, и это. Главное, чтобы 7 раз отмерить, как говорится, и чтобы закрылась она именно в том момент, когда она попала на каждый, ну, свой зуб, так сказать. Поэтому что я обнаружил в данный момент? Во-первых, я хотел сказать о вот этих сопротивлениях. Вот тут я дал такое вот этот большое сопротивление. Первое, это если отсюда читать, зеленый идет, потом коричневый, потом оранжевый, зеленый. Получается 51 килоом. Ой, 111 килоом. А вообще изначально, если по полоскам посмотреть, то он 100 килоом показывает. А этот 51 килоом. У него идет такой коричневый, черный, желтый, золотой. Ну, этот нормальный, не погоревший. А этот чуть-чуть нагрузку имеет. А нагрузку он имеет как раз-таки не, даже не в этом механизме, а получается то ли от самого меня, то, что я неправильно включал, а возможно, потому как я с улицы его принес. И под микроскопом я заметил вот такую вещь. Так вот смотришь, не видно. А когда приглядишься, а как оказывается, видно. Начальное вот это, как вот когда шестерня, видать, упиралась, вот такой вид смотрится. И она уперлась, и это самое, и повредила начальные вот эти зубья. Я пробовал их вот иголочкой, так сказать, аккуратненько как бы сравнять, но отсюда не совсем удобно. Поэтому, думаю, придется мне сам механизм этот просто разобрать, под микроскопом уже работать. По-моему, если я этот сам механизм разберу, ничего тут не испортится, как говорится, потому как ничего здесь нету такого. Ну, проделаю я это сейчас с вами, наверное, попробую. Я еще не разбирал, правда. Ну, думается, ничего здесь. Так, посмотрел по виду, по-моему, ничего не должен я испортить там. Вот так мы и ломаем. Сначала разбираем, а потом ломаем. Потом думаю, а нафиг надо было, пока работало, пускай работало. Да нет, там надо звездочку поправить, вот в чем дело, я это увидел. Вот еще, как ее скрыть-то? Ее и держу. Главное, чтобы вот эти клавиши не сломать. Как это сделать? Так. Получится или нет, не сломать. А если сломаю? Ну, если сломаю, что-нибудь придумаю, наверное, все равно сделать так, чтобы она держалась. Ну, на всякий случай, просто разобрать надо. Так как подправить надо вот эти звездочки. Может быть, отсюда я сумею подправить. Не надо разбирать. Не, ну видите. Разобрать, наверное, надо, потому как туда и пыль попадает. Вот чем надо. А пыль, от пыли надо очищать. Поэтому я хочу попробовать, но у меня пока руки-то заточены не совсем с того места. Все-таки мне пришлось докопаться до этой системы, вскрыть его все равно. Во-первых, от пыли очистить. Во-вторых, вот эти полоски, которые не совпадали, их тоже можно, оказывается, установить. А, нет, не совсем, потому как вот эти, я думал, так, оказывается, нет. Вот эти, как и пазы, вот в пазы, которые вот, штырьки вот эти входят, они именно так входят, как им по-другому никак не установишь. Значит, это просто такой брак, так сказать. Ну вот, не совсем точный. Или можно просто подогнать, покрутить и подогнать, которое более точно. Возможно, так будет.
Что я хотел сейчас в данный момент, почему я не пришлось этот механизм разобрать. Сам механизм полностью я не буду разбирать. Ну, она, как видите, работает. Но интересно так-то. Сейчас. Вот она заставляет это вращаться. Каждый свое. Ну, точнее, не заставляет, а... Не это заставляет ее вращаться, вот эта шестерня. А вот эта шестерня у меня повредилась при температуре. Или еще у них такой же тоже брак. Почему я так говорю, именно похоже при температуре? Или когда я вставлял, точнее, когда вставлял тоже, вот не совсем она совпала, и она там нагнула ее, так сказать. Поэтому эти зубья желательно бы подправить как-то. Очень тонкая работа, потому как надфиля такого нету. Тут надфилем не поработаешь, тут очень тонкая работа, вот эту пыль все убрать, туда не, ну вот, которую я буду подправлять, ее под микроскопом буду подправлять, потому как вот так смотришь, она не видно ни изъян. А вот видели фотографии, там видно, как у меня это самое уперлась она не в этот каждый вот свою, как это называется, в канавочку, а вот как-то в упор получилось, и вот так по ней вообще незаметно. Когда я под микроскопом смотрел, я увидел этот изъян. Поэтому я хочу ее подправить. Для того, чтобы этой шестерни, которая дает этот весь механизм крутящий, чтобы она в нагрузку не шла. Потому как она крутится, но раз нагрузка у нее. А она вот именно температура повлияла, я так думаю. Потому что смотрится, как будто плавилась. Вот же, блин, надо было сразу мне... забыть поставить ее. Не подумал. Ну еще не все потеряно. Так что так, все вроде. Теперь только буду, когда починю, поставлю уже не на камеру. А сопротивление, так как она имеет изначально 100 кВ, а тут 111 в данный момент. При температуре, при нагреве она увеличилась, сопротивление 111 стало. А нужно ведь это 100, да? Поэтому я поменяю на 100 кВ, поставлю другой, наверное. Раз она поменяла свое сопротивление, то желательно она, если по схеме стоит по полоскам 100 кВ, значит и должно 100 кВ. Потому как, если будет меньше, то значит ток сюда меньше будет попадать. То она ее еле-еле будет, часы будут отставать. Нагрузка, чтобы провернуть эту всю систему, надо мощность, а ее не хватает. Поэтому нужно поставить 100 кОм. Все.